Был год 42-й, меня шатало от холода, от горя, от тоски. Но шла весна, ей было горя мало, до этих бед нет дела у весны. Разбитый на куски, как рафинад, сырой и назреватый, над головой литейного пролет. Размеренно покачивая латы, шел по небе с дороги жизни лед. И где-то там, и вы посередине, я увидал с литейного моста на медленно качающейся льдине отчетливо подобие креста. Все ближе льдина приближалась, перед мостом замедлил разбег. Крестообразно в стороны руками был в эту льдину впаян человек. Нет, не солдат, убитый под Дубровкой, на окаянном Невском пятачке. А мальчик по-мальчишески неловкой в ремесленном кургузом пиджачке. Как он погиб на Ладоге, не знаю, был пулей сбит или замерз в метель. По всем краям покаявшая с краю плывет его хрустальная постель. Плывет навстречу всем земным созвездиям, как в колыбели на седой волне. Я видел мир, я полземли изъездил, и время душу разрывало мне. Смеялись дети в Лондоне, плясали в Антофагасте школьники, а он все плыл и плыл в неведомые дали, как тихий стон сквозь материнский сон. Нет, не солдат, убитый под Дубровкой, на окаянном Невском пятачке. А мальчик по-мальчишески неловкой в ремесленном кургузом пиджачке. Землетрясение встряхивали суши, вулканы притормаживали пыл, ревели бомбы и немели души, а он в хрустальной колыбели плыл. Моей душе покоя больше нету, всегда, везде, во сне и наяву. Пока я жив, я с ним плыву по свету, сквозь память человечеству плыву.